Обрыв. Это был подарок Райского. Часы с эмалевой доской, с ее шифром, с цепочкой. Иван Гончаров. Сейчас мы заснимем этот момент. Эта шпионская баржа идет за этими китайскими шпионами. Время передачи информации 7:50 утра. Вот он кричит, съемки нельзя, нельзя. О, время памяти искусства. Движение не бывает пусто, неся безумный свой извив, пока не угодит в обрыв. С цепочкою при каземате, за стрелками на циферблате его смотрите механизм изводит речь в анахронизм. Миряз с хозяйственным уроном и в исполнении с законом том составляют не один Платон, Шекспир и наш Кузьмин. И оттого бывает краше действительность, несчастье наше, своим обрывом над рекой, в часах с эмалевой доской и шифром, что не зря вернули Джон Мейнард Кейнс и Алан Тьюринг.